Дорогие друзья, сейчас объясним, почему мы вышли вместе со Спартой. Просто, как мы сегодня уже не раз говорили, мы правда очень хорошо дружим, и может так получиться, что сегодня мы стоим на одной сцене в последний раз. Поэтому мы написали песню о дружбе и хотим спеть ее вместе с нашими друзьями из Казахстана. Очень-очень давно мы со Спартой играть в КВН начинали. А спустя 10 лет в высшей лиге друг с другом играли в финале. Там мы были сильней, интересней, мощней и, конечно, смешней. Что? Но случайно вдруг чемпионом стал наш друг. В смысле, братан? Чё-то песня про дружбу идет не по плану. Это обман! В том финале мы вас обставили и не оставили. Мы камня на камне. От наших друзей. Сами начали. Посмотри-ка, Ванёк, сколько лет нам ребята друзьями казались. А до дела дошло. Азиатские фрукты жнецой оказались. Я вообще офигел, посмотрите, запел гастрономия отдел. Тонна халаца и помидор вместо лица. Френд, милый френд, я тебе сейчас по-дружески руку сломаю. Френд, милый френд, я тебя сильней. От меня ты сейчас свой получишь глаз. Ведь мы лучше вас. А чё не добиваете? Вы лучше нас пасёте коней! А вы не сильно свои русские печи поддувало распахнули, а? Это мы с личности иностраны, да, перешли? Хотите глобально огрести? Пацаны, я по интонации понимаю, что мы ссоримся, но что это за слова? Гнильца, агрессив, подувало. Думайте, объясним. Да если бы не Россия, кто бы ваше зерно покупал? Зато вашей ракетой летает с нашего Байконура. Да! Ой, да мы вам делаем скидку вообще на все, а на эту скидку еще скидку. Да! Прям каждые полчаса летают ваши ракеты. Да мы специально для вас таможенный союз придумали. О! Одна за другой, одна за другой. Летай, не летай. Чего вы к этим ракетам привязались? У нас вон два своих космодрома есть. Ой, если у русских что-то есть, это не значит, что это работает. А Казахстан прям синоним качества, да? Даниэр, давай я ему врежу, а? Конечно. Это тебе за сестру. Братан, так-то мы 3 года женаты. Да мне пофигу. Подожди. Пофигу. Мы же ссоримся же с ними. А что ты их жалеешь? Пошути про Путина. Во! Вы наивно считаете, что эту шутку никто не слышал? Да чё мы с ними общаемся, а? Делай, давай, родной, давай. Ой, хорошо, как спасибо, опа! Так, ты иди сюда, нет, не ты, вот ты, да. Я? Давай с тобой, ты же у них девочек отыгрываешь. В смысле отыгрываю? На! Пацаны, отвечают, а мужик. Пацаны! Всегда мечтал это сделать. Это Спарта! А это шведский стол. Так, тихо! Успокоились, спокойно, ребята. Без ссоры, без слов, расходимся. Расходимся, ставим микрофоны, готовимся. Мочи! А то сейчас подойду и уши всем пообрываю. Извините, Александр Васильевич, что ваш текст сказал. Просто вы стоите, молчите, здесь уже реально мясорубка началась, надо было.
Знаете, у нас у казахов говорят, если два друга подрались, но продолжают дружить дальше, то их дружба на века. Не верите? Вон у Галустяна и Светлогова спросите. А у нас, знаете, в России так принято, что если два друга подрались, то чтобы им помириться, им нужно вместе выпить. Поэтому, уважаемые жюри, наша дружба в ваших руках. Дайте повод. Очень много людей подружились лишь благодаря КВНу. И сегодня в игре лишь друзья за победой выходят на сцену. Завершится забег, кубок сможем мы взять. И мгновение спустя нас поздравят друзья. Армавир и Бишкек сейчас. Friends will be friends. Если люди дружны, значит дружат и страны. Friends will be friends. С нами рядом друг, все мы сможем с ним вместе победим. Но кубок один. Что мы делаем? Что будем делать? Друзьям отдадим. Спарта-Намат, Астана, Казахстан. Радио Свобода, Ярославль, Россия.